Звук есть, прыть ей скачет, роза, роза, я береза, дупло, дупло, я гнездо. Кого на я уже все забыл. Предыстория, да, что мы имеем? Мы имеем гольф. А как он вообще к нам зашел? Где я был? А что я его смотреть начал, кстати? Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал 1авто, канал, который посвящен автоподбору. Вообще, история, которая сегодня будет освещена, оглашена. Я невольным участником стал только лишь потому, что я приехал раньше на работу. Ну, как не то чтобы раньше, я приехал вовремя. А вот заказчик и продавец приехали раньше, а наш технический специалист, сволочь, приехал вовремя. Поэтому я начал, и мне уже стало интересно, пошла профдеформация, ну, имеется в виду. Мне интересно все, что интересно машина, а здесь такая возможность. Почему бы не посмотреть? Вот и стал невольным свидетелем выбора этого автомобиля. Ну и, естественно, тоже его выбирал. Короче, про сам заказ. Там заказчик хотел именно осмотреть этот автомобиль. Почему этот вот, вот это все видео, ответ на один большой вопрос. Почему этот автомобиль? Этот, в смысле, Volkswagen Golf. Golf белый, красивый, нарядный. Официальная история, европеец. Муа! Конфета! По официальной версии эта машина не видела никакого другого СТО, кроме официального. Ну и что-то там было подкрашено. Где-то, когда-то, чего-то. Совсем чуть-чуть, но очень немного. Так, Golf 7. 13 года. Значит, крылья, морда у него крученная, кроме капота. Вот это крутилось. Фары 13 года, левая, правая, все с ними хорошо. Тоже вот левое крыло крученное. Машина вроде как в двойном окрасе пробивается. Бампер, значит, паутина пошла уже, он покоцанный, решетка не на месте. Вываливается. Есть примятости, потертости. Туманка уже вот все. Уже разрушился пластик. Значит, крыло это либо крашено-менено, либо с разборки другой машины в цвет. Дальше стойка. Хорошо. Двери. Двери эти крутились. Снимали, не снимали, непонятно, но крутились точно. Покоцанная дверь по краю вся. Замок тоже крутили. Вот так вот выглядят двери. Дальше. Пороги обклеены. Двери задние тоже крутились. Подкручивались. Штора на месте. Дали целые. Ковер целый. Значит, по салону руль. Руль оригинал, руль не шился. Ручка целая. Значит, потолок более-менее, подлокотник целый, без дырок. Так. Руль без кнопок. Значит, здесь у нас задние двери ржавчина. Значит, по салону есть пятна, жалюзи. Значит, с этой стороны жалюзь поломана одна. Так, на крыше тоже какие-то потертости вот здесь. Дальше вмятина вот здесь вот на арке есть, на задней. Так, крышка. Крышка тоже крутилась, снималась. Красилась. Крышка крашеная. Крышка.
Крышка ремонтировалась. Крыло это тоже красилось, заднее, правое. Даже где-то местами шпаклевалось, вот арка здесь. Крашено хорошо. Двери тоже эти крашены. Задние. Крыло тоже снимали, красили. Двери эти тоже снимали. Карта двери целая, кнопка целая, все здесь, ткань на месте. Машинка, конструктор какой-то. Все снималось, все разбиралось, кроме капота. Лобовое стекло оригинал. Значит, по колесным дискам диски целые визуально. Резина хорошая, тормозные диски. Процентов 30 выработки. Здесь тоже диск целый. Процентов 30 тормозной. Сзади тоже здесь у него что-то с суппортами есть вопросы. Надо бы их перебрать. Резина хорошая. Крашена она хорошо, то есть ни потеков, ни мусора. Это вообще... А то, что вот это там шпакло, это сильно критично? Ну, надо узнать, как, насколько оно давно там. Ну, вот, документы есть. Ну, я бы такую машину обходил бы стороной, например, я. Отпиранием лючка заливной горловины. Это ничего страшного. Точный динамик задний, правый. Меня интересует количество перегрева в коробке. Беда любой автоматической коробки, даже вот предселективной, это все равно перегрев. Здесь как бы большого количества перегрева не было. Вот это то, что меня интересовало. Теперь двигатель форсунки. Я понял, то есть это неизбежно в принципе вообще? Ну размыкать ее. Ну если размыкать ее в пробках на нейтраль. Нет, а это них вообще избежать. Это ставится дополнительный радиатор. То есть это ну, геморрой, который на 1.4 вряд ли кто-то будет делать. Я себе сделал сознательно, потому что я тягаю большие грузы. Представляешь, это дорого будет стоить. Ну, блин, в районе $400. Для того, чтобы их не было вообще, ну, дешевле масло раз 7 поменять, чем... Вот как только отхватил перегрев, едем на замену масла, старое сливаем, новое заливаем, адаптируем и катаемся дальше. То есть даже это будет дешевле. Я понимаю, что это очень важно, потому что я же говорю, я уже столкнулся с коробкой, я не хочу. Но она что перегревается? Потому что она все время листает эти передачи. Да, вперед-назад, вперед-назад, назад, вперед. Если вроде бы ее включать на спорт, она будет одну передачу держать. Вот. И тогда она может быть, не будет перегреваться. Мне всегда было интересно, потому что рекомендую, если в пробке, если типа такая, переводить в спорт, чтобы она на первой просто накатиком спешла и все. Теперь, что касается самого автомобиля, и якобы машина была где-то там один раз подкрашена. Мое мнение такое, что я-то вижу историю. Мы видим, что эта машина была первая. Ну, я понимаю, что это была учебная эта машина его супруги. И по истории я нашел, что она три раза делалась на официале, потому что об этом есть бумаги. Есть, когда достали историю, в принципе, расчета стоимости запчастей и страховых случаев, то понимаем, что машина в страховой отмечалась 5 раз. Незначительно, с какими-то мелкими царапинами, где-то с какими-то потертостями, но 5 раз эта машина была в легких ДТП. Учебная, одним словом. Дальше, машина вся крученная, то есть крылья, двери, бампера, снятая, переснятая крышка, крыло в шпаклевке, фара, переднее крепление отломано. Хотя потом, как я увидел, оно не отломано, а просто не закручено. Ну, такое делает. То есть ухо есть, болт вставлен, наживлен, но не закручен. То есть он вот так еще торчит до крепления, если понятно, о чем я говорю. Из плюсов. Мотор обслуженный. Мотор чистенький вообще по периметру. Что ты уснул? Мотор чистый, хороший, в привычных местах, где сопливит 1.4 с своими маленькими поршеньками. Там все сухо, комфортно, турбина 1000 километров поставили назад. Новое, что и с подтверждением тому, что, ну, как выглядит турбина после ремонта и как выглядит турбина новая. Лично я знаю, понимаю и я точно вижу, что турбина стоит там новая. Плюс, блин, несомненный плюс. Обслужена коробка. Ну, имеется в виду, мы видим по документам, что... И по документам, и в мозгах мы видим, что и адаптация была 50 тысяч километров назад, а в частности на 60 полностью меняли сцепление. Короче, там, блин, такая пачка, 21 лист истории этого автомобиля и все официал.
То есть до последнего времени, когда машина была там последний раз, что-то 1000 километров назад, когда ей меняли турбину. Ухоженная внутри вообще красавица. Но вся крученная. Вот так вот, если посмотреть, разноцветная, как попугай. Хотя белый цвет, вот в потоке едет машина, вот в потоке вообще незаметно. Тут же гольф, значит, бампер задний тоже крашеный, здесь не хватает пистона, там оторван герметик на ушке, амортизатор левый, правый мокрый, правый больше, левый меньше. Так, по остальным блокам тут все более-менее хорошо, все целое, пружины целые. Значит, с суппортом либо надо разбираться, либо она давно стояла, он раскатается. Ну, вряд ли он раскатается, конечно. Значит. Здесь тоже не хватает пистона одного. Порог подопчут и здесь. С левой стороны немножко аккуратно. Справа хорошо. Тут брезовичок чуть подкрасили. Здесь уголок чуть-чуть начал ржавчину пускать. Так, значит, турбинка у нее свежая. И уже чуть-чуть она подпотела вообще, тут чуть-чуть. Пыльники тоже целые. Значит, а подушка эта тоже целая? Она чуть-чуть. Верхняя, боковая и... Это нижняя, замятость нижняя. У нее или это? Вот это тоже очень важно. То она не порвана. Не порвана. Она там чуть-чуть, когда двигатель работает, она просто играет. У меня просто, к чему я спрашиваю за подушки, у меня был Ford двухлитровый дизель. Там верхняя подушка, которая на двигателе, она гидравлическая. Никакой аналог не заменяет. Нет, здесь такое нет. Надо это тупо новую оригинальную подушку. Это Ford. Да, а тут типа такого нет, правильно? Форд — это вообще головная боль. Всю жизнь. У кого был Форд, тот... У меня была проблема только с повышением. С турбиной? Нет. О, чудо. Слышу, о, и тут что-то не хватает. Вот тут вот, ага. Ну, отломанный просто. Да, отломано. Пыльник отломанный. По амортизаторам у нас, эх, не текут, хорошо, вот там будет видно, чисто, не течет. Диски, он, кстати, очень удачно остановился, он контрольные точки, сейчас попробую поймать, чтобы было видно на камере. Вон их, видно, что еще очень далеко, то есть колодки здесь, ой, как удачно ветер развернул, неудачно. Короче, по колодке скоро здесь закончится, но диски хорошие. Хоть это и расходник, но это один из плюсов. Фара болтается. Слегка запотевший привод. Ну, снимет, я покажу. Вот если заглянуть вот так, вон привод, ага. На полосе чуть припотевшая. Это тоже стандартная? Ну, она недорогая, скажем так. Стандартная. В общем, да, можно отнести ее к стандартной. Так, панель меня задняя. Ага, тут Антон уже шарится. Немножко вот. Герметичек. Нет, это оторвался. Вот где. Вот где были сварочные работы. А где? Вот этот кронштейн приваривали. Вот этот он? Да. Что-то плохо приварили, он отвалил. Ну, официалы. Значит, из минусов, ну опять-таки минусы, это все расходники. Мы понимаем, что это 4 амортизатора минус. Ну, по факту, если честно, то только 2. 2 только начинают потеть, они потеть еще могут много.
А можно, в принципе, все это дело замыть и наблюдать. Но на всякий случай понимаем, что 4 амортизатора под замену. Тормозные колодки с тормозными дисками тоже под замену. Но это все расходники. Как минимум, это повод для торга. Теперь, самый основной вопрос, почему да, почему нет. Почему я рекомендовал этот автомобиль, а Антон нет. Все очень просто. Машина европейская. Машина полностью обслуженная. Машина по низу рынка. Дешевле есть только один автомобиль. Американский, сука, заваленный так, что даже по фотографиям видно, что к этой конченной машине подходить не нужно. Следующие после этого автомобиля тоже американцы. Американский рынок — это другое. Это тема другая. Ну, то есть там вообще другая машина, как бы нет. Ну, шкура у нее одна, моторы там типа 1.8, здесь 1.4. Я считаю, что европейский вот этот автомобиль с честным пробегом, который был куплен в Украине, который имеет легкие косметические ремонты, потому что по стоимости ремонта 8 тысяч гривен, 5 тысяч гривен на официале, акцентирую внимание, понимаем, что даже для 2012 года, кстати, первый раз эта машина ремонтировалась через 1-2-3 месяца, как она выехала с салона, на 8 тысяч гривен. Второй раз она ремонтировалась приблизительно через полгода на 5 тысяч гривен, потом еще что-то на 9. И самый большой это был вот с крылом. Я уже не помню цифру, это мы уже вытягивали с расчета стоимости. На мою точку зрения, лучше взять европейскую вот такую машину, которая есть история, у которой гарантированно вот силовая конструкция автомобиля, это везде целая, нигде ничего не нарушено. Подушечки целенькие, салончик классный, нормальный. Муа! Ну, на мою точку зрения, за свою цену. Поэтому я топлю за эту машину. А Антон не может, потому что по условиям компании. И акцентирую внимание, запроса человека. Вот здесь вот идут легкие разнобежности. Человек по своей заявке, он потом в воздухе, ну, можно сказать, переобулся. Это, конечно, грубое сравнение применения. Но если анализировать то, с чем он к нам заходил, то, что он хотел услышать про машину, он хотел услышать правду. И если она, типа, там битая, крашеная, то она ему не подходит, хотя он предварительно ее смотрел. Поэтому за вот эти деньги я лично считаю, что машина классная, машина достойная, машина европейская, не американская. Вот поэтому от меня этому автомобилю да. И поверьте, будет у этой машины дальше жизнь, и будет она еще долго счастливо ездить, с учетом того, что она уже обслуженная. Все, не буду разгонять. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Одинавто». Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Традиционный досвидос. Все, пошел я на обед.